Другим темам. Новосибирских водителей предупредили об опасности на дорогах. Причина – усиление ветра до 17 метров в секунду в ближайшие дни. Такое сообщение появилось на сайте регионального управления МЧС. Во избежание аварий и других происшествий спасатели рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию между машинами, скоростной режим и избегать резких маневров. В период неблагоприятных погодных условий новичкам и водителям с детьми советуют вовсе воздержаться от дальних поездок. Также автомобилистам напоминают, что из-за сильного ветра возможно падение слабо закрепленных конструкций и деревьев, поэтому парковаться возле них небезопасно.